Один канадский чувак по имени Джозеф Гейтс настолько любил игру «Крестики и нолики», что назвал ее женским именем Берти. Но, видимо, женщин он не особо уважал, поэтому название переводится как «Мозги Берти». До этого он создавал радиолокационные трубы во время Второй мировой. И вот так, с помощью своей любимой игры, он решил продвинуть новую технологию вакуумной трубки, аддитурную трубку. Что за хрень? Демонстрировалось это 4-метровое компьютерное чудо на выставке M-маркетинг. Людям нравилось, а вот чувакам из патентного бюро нет. Поэтому вскоре после этого агрегат разобрали и почти забыли о нем и об этой игре, пока вам об этом не рассказал я, ну и куча других людей раньше. Но я тут крутой с вами. Это была первая игра в истории с графическим отображением интерфейса. А мы тут чуть о ней не забыли. Баловством каким-то посчитали. Люди подходили к стенду и могли выбирать уровень сложности. Например, для детей, чтоб не обижались. Ну или чтоб начальники какие-то. Тоже обидчивыми бывают. Вот и видео конец. Кто поставил 88 лайков, напишет 11 комментариев, сделает 33 подписки, молодец.